Все. Все, запись пошла. А, пошло. Он же сказал, что выключай. Все, ну все, нормально. А мне говорит, да. Да дело то, что там. Окей. Доброе утро. Сегодня 7-й что, да, у нас? 7 февраля и не марта. О! Завтра это день рождения Зеноба, а что им марта? 5-го. Окей. Тогда спрашивается, как мы вчера говорили, ребенок, когда уже исполнился ему 13 лет, он умеет ли хочу в там или нет, или хочу в там или нет, Тора говорит, да, умеет, но самое ДВС, чтобы мы знали, у него уже есть знаки, его 13 лет или нет. Мы сказали, это два волосинки на лице или в другом месте. Дальше спрашивается, работаем. Сума хаял бахола митцвот мина Тора. וכך מוציא ידי חובתה את בנו ואת את בני ביתו בקידוש בשבת ויום טוב. ידעי בו כשהרבק התורי השתהיצה סליפוי. סליפוי, כמו שטלי, ספומנטי, אימד לפרוזה שגעת סווייצ'י. תורה גברית אוני וידית. פוסקה יבוד ג'נה זה שגעת. זה ג'נה נטו לוגון של הרבק בתרתה עד שמון סם. נוזס. Аврей Кедуш бе, он говорит, обязан Кедуш Гуфтан бе, и имеет право другим вытаскивать. Я имею в виду дома жену, детей, они находятся дома, он имеет право вытаскивать. Значит, он Бархаха говорит, все говорят омен и пьют. Вещь омреем шаим, ешам пикхим гдолим, як диша ахам ибне битоле цедер хуата кола пасуким. Но если там еще у него старший сын есть, Он говорит, он дам агар, хебошагар, корбошагар, и дай Бог, он слепой. Рабай говорит, здесь лучше, чтобы его сын сказал, большой сын. Потому что он и видит, понимает, что он говорит. У Микон Макома давал бару, что им да, то он не хлещет, бахах, что он говорит, бай, как все будет от своего. Но если он сейчас даст своему ребенку, сыну, после 13 лет, у него настроение испортится. Значит, ма уже посоли, дай Бог. Он говорит, пускай сам говорит. Пускай он говорит, слепой. Если ему не нужно смотреть на чирог. Мы говорили, чирог и шаббот, и чирог ханука. Это другое, там он не видит. Но здесь он говорит, если он обидится, пускай сам говорит. Эм проблема. Он имеет право сказать кидуш. Он всех вытаскивает, все говорят амин, и могут уже пить или кушать дальше. Имень я дома, сегед лихлод яй лекидуш, лахим цархе цудаш лихвод шава лайла, лихвод айом, лихвод айом, мутав шикане яй лекидуш алайла, мима шикавена царха цудато. Кроме реки, у него деньги нету. Есть у него деньги для вино, Если я скуплю вино для суда, у меня будет маленькое суда будет. Если я не куплю вино, суда у меня хорошее будет. На что потратить деньги? Поняли, да? Тора говорит. Аз мима шекане яйн, а цурах айом. Он говорит, конечно, яйн, бетартар яйн. Пускай меньше плохо это кушает, примерно я охота хуя, вместо два охота. Но чтобы я им был, выдавка бешар церкви цуда киву айом коди в холоче лаля. Авал им эйло эйло киву эхос эхад лекидуш, киву од лайла коди лехвод йом. Если у меня одна пяла, моя дорога, когда мне говорить его, днем или вечером? Шиви шаббот или рож шаббот? Водай, водай, шиви шаббот. Шиви шаббот мы говорим кидуш. Розбай, Может сказать, больном, например, или там боли алаба, боли коньяк бы. А пиво? Пиво тоже можно. Только днем? Шакол можно говорить, да. А вечером? Вечером бы больном будет. На хлеб. На хлеб будет, понимаете? Поэтому говорит, что давка бы черт, и лихо саудак, и хайом, коды, и лихо, и лихо, и лайла.
Аврои для питания шабот метартар, нека аврои вино шал метартар. Поэтому ага яхта стакон вино доримо, метартар его сделал кудуш вечером, не днем. Но Бору Хашем сегодня у нас у всех есть дома запасы Бору Хашем, так что это проблема. Киван шашка шишиха ахама беэрев шаббат асу литом кулом кодим акидуш. Как мы говорим в синагоге, как офтом фромдак, осу его схордан. Нельзя ничего, даже писать в рот. Афилу майм асу лиштот. Даже ол осу лиштот. Поэтому я говорю, чеви шаббат бе. Чай не пейте, потому что мы уже шаббат родим, мы уже офтов фром дак, осу ношна хурдам бе. Афилу маим асу лиштот машахашаха. Ваим таа уберех ал давар маахал кодем акидуш и таа мимену миат. Если он не знал, сказал бараха, сделай только, пригуби немножко, чтобы бараха твой не пошел зря. Потом оставь воду, не пей. Кедешело ти е брахато браха для ватала, то что браха не пошел даром, можно его немножко пригубить. Ва асун ла асун кол малаха, афилу швод рабана. Все. Солнце зашло, ягон, кока на метоне. Шаббот у тебя зашел уже. На чормонда, на осмонда, все, шаббот ромда. Ты должна уже готов к шаббату. Оир мнагену ксара гоним, шетеке вахар чкия хахама, матхил бен асмашот, немшак шлуше бэрве мэир, дайну шлош эсэр дако мэхэца, вим кибэр алав шаббат мбот йом, не сар мияд бэте има. Второй говорит, если человек, он зажел свечу. Раньше времени. Он говорит, я принял шаббат. Все. Он уже не имеет права пить. Еще время есть. Время есть еще. Раз ты принял шаббат, я принял, все, о, хурдрометри. Ичи хурдрометри. Вимло кибел алав шаббат, ву цаме лиштот ахар шкия, батох зман бен ашмашот, эфшар лаакер лоштот майл лакид цвото. Если он шаббат не принял еще, и он находится бен ашмашот, чересчур отошне, хай мы говорим майлаш. Но уже мы все шаббат принимаем. Сегодня мы говорим лахадоди, принял уже, хочешь не хочешь. Женщина дома уже бы рахасалам принял шаббат уже. Поэтому мы должны объяснить всем дома женам нашим, что чероги шаббат гуфти, валахок гуфти, ты шаббат приняла, ты не имеешь права даже пить или что-то покушать. Все, пока. Твой муж не придет, кто-то скажет. Или ты сама, кто-то скажешь. Есть на хане катан, что я гей лахинух, кава бен шесть, шело ехуло од, ишту, кодим акидуш. Нужно приучать детей, чтобы они тоже ничего не кушали. Такого возраста, 6-летний возраст. Шестого бача уже, он должен знать, что бади, захода солнца уже шаббат ромдак, не имеет права кушать. Нужно его приучить, он может иметь покушать, но мы должны его приучить, я не уезжу, он надеюсь, сейчас уже нельзя кушать, чтобы он привыкал. Улам кшеш, цорек бадавар, кагон, бабокер коден тфилат шахарит, о, кше мамтини харбе лезу, орях шагия, мутал лекатан, лехот. Но говорит, есть такое время, когда мы пришли в синагоги, мы ждем нашего домота или там другого. Я не могу, не имею права пить. Мой махудушка. А, я кудуш должен сказать, ходи домота не бьет. Он говорит, в этом случае для ребенка ты можешь дать пить. Потому что он не обязан еще, понимаете? Но ты сам не имеешь права. Он домота номде, потом номде. Но он имеет право. Умутал улахала ахила бедаем, даже имеет право дать ребенку уже кушать руками. Потому что он не обязан митцвот. Ему 6, 7, 8, 9 лет. Когда он обязан? Когда ему 13 лет будет.
ופלאדים עליכם בתפילת שבת, ומי בנה ברברי, כבן יוד בית שירה, ביום אחד ואילך, נכון לחנכו גם בזה. נאוזה, תורם לקוזה, בת שיקי פסלי קוזה, דבינת סליד, עדין דה, и девочка один если один, да, уже их получит, как мы с вами держим время питания, время питье, после кидуша, они тоже должны уже себя проучить, чтобы мы имеем право пить или кушать, пока папа не скажет кидуш. А можно хорошо сказать, а потом ждать? Да, можно, но самое небесное, что мы говорим, мы читали уже. Кидуш делается сразу кушать. Сейчас понимаете? Поэтому Хозе, как мы имеем биагар, кидуш карит агар, Хозе, вы должны выпить весь стакан. Весь стакан выпили, уже считается, вы уже саудохали. Если вы только пригубили, это проблема. Понимаете? Поэтому нужно сказать этим людям, что пораньше пришли до субботы, и не дай Бог, чтобы Хозе приходит после этого кидуша. Возможно, они, не дай бог, на машин придут. Будьте осторожны, чтобы все это было вовремя. У меня есть гость, в субботу приходит гость. Он меня тоже не ждет. Он приходит домой, сразу берет вино брахомего, моя жена ему дает рыбу, сразу после этого дает обход ему, суп, после его ковругань, там человеку дает, он кушает. Я прихожу, он уже находится... А? Да. А это рыбу, я вчера. Так он, ну, что это аж можно, понимаете? Это проблема, он пришел, он хочет кушать. Нет, это, это проблема. Проблема это хоть, это другая проблема. А? А у вас нету, как он может дома с вашей женой накрывать? Дверь открытая. Без замка. Дверь открыты, и некуда. Потому что он мучная вечера. Понимаете? Хорошо? Я уже прихожу, он уже готов на орех почти. Да. Окей. Миша та ваавар батаам кодом кидуш. Ваафилу ахар судат гмура макдиш ахар ках. מכל מקום, אם כשהתחיל לאכול נזכר שלא קידש, חייב להפסיק מיד לקדש. שואלים כתורי, סטל קושית, און זבול קידוש. היום, גושנאום דה, ותשנאום דה. פרבלמה קלש בה, רם, לא נקר דה. און גברי, ושאון קונצ'ו סעודה קונצ'ו. Он говорит, что мы не можем говорить. Он говорит, что мы не можем говорить. Вот что мы можем говорить. И когда мы говорим, что мы тащили пол из кашу, когда есть, хаяв лав сим ми яд гдош. Но если ты ходишь, я не обход бы. Вспомнил, остановись. Скажи кидуш, скажи, потом дальше. Но если ты кончил уже, тоже обязан. Значит, где бы я не был, я должен обязательно бояд, кидуш гоямма. Понимаете? А Харгар Ямшиих, кстати, то, если он находится в середине, сейчас кушает рыбу, или кушает бахш, остановись, скажи, потом кушает дальше оши дульма, или там оши токи. Вехем итхил эхол бод йом, וחשיכה צריך להפסיק את ההחלטו, פורס מעט מפעם, כדי, אם היו שותים יין תחילה, אינו אומר אלא קידוש בלבד. בבית שעונה של כושת, של דניום, שבות דרום דרי. דרום דרי, שבות דרום, אסטנביס, פסטב נסטול, אישות דרוגי ואישי. סקזי קידוש, פרלזי כושת. Понимаете? Было бригада Гефен, чуя, уже он пил, вот, он уже вино пил. Только хочет его, в шам, в шаббат, на хадиша шаббат. Он раньше пил вино. Уже шаббат дром выходит. Он говорит, остановись, понимаете?
צריך להפסיק את אכילתו, הוא פורז מהפעם מקדיש, עשר נאו, בסתיו, נווי, את הסמי, הזכרת את סקדי קידוש. הקדסניץ, כדברים, זשגן סיצ'סניץ, לא דורו. הוא זה כתב זכוי צונצה. Зажигание свечи это я еще не принимаю. Я принимаю автоматы, когда я автоф дром дак, понимаете? Поэтому, когда даже женщина зажигает свечи, она говорит, что я еще не принимаю шаббот. У нее есть месяц 18 минут. Понимаете? Дехаван дабарех вар бетуха сауда бетхила штиято. Он уже Бори Пелагев не говорит, потому что он уже сказал. Друг судоба Бабрагефет. Только он сейчас говорит, Махадеш Исраэль, Махадеш Аббат, Барахойт Дюм. Шаббата принимает Карамба. Шов, эй, нацари лаварех, Бабрагефет, Коди Макидуш. Ваха, Бриказа Кидуш, Мабареха Моци. После Кидуш, еще раз он говорит, Барухата, Шима, Моци Лехем Инарец. Снова. Вим, эй, Лояин, Махадеш Аббат. Если у него нету вино, он говорит снова болину тембе. Болину тембе. Шам, румыса шабан. Рук стоит на хлеб. Сейчас он, а Гефен не говорит. Что он говорит? Амуци лехе минарис. Дальше читает. Мехадиша шабат. Хлеб ломает и кушает. Понимаешь ли? Поэтому он должен говорить. Эно мавареха муци. Ага. Когда уже ты кушал ты, сейчас ты хлеб берешь, ты говоришь снова, но амуцилеха не говоришь, уже говорил, ты продолжаешь, что ходит. Не говоришь, да. Но я имею в виду, когда у тебя дома нету вино, более хлеб, как мы говорим, я ставлю на хлеб руку, я говорю, Шам, Рувеса Шаббат, Борухата, Ашем, Хаммуц, Лехим, Нарис. Вместо Борухата Гефе. А если хлеб он говорил? Поэтому он говорит, хлеб он говорит. Что он говорит? Дихива, Дабарех. Шув, Эм, Тари, Лаборе, Борухата Гефе, Вахар, Бирката, Кедуш, Море, Хаммуци. Вим, Эй, Ло, Яйн, Макаде, Алпад. Эй, Но, Море, Хаммуци. Когда уже нету вино, он болит номего. לקיים ברכון ברצ'ווה, שהוא זה חול ארנונה. ויש אומרים שאף שמקדש על היין אינו מברך המוציא, וספק ברכון להקל. דאז יש וינו יש נגברית, הוא שגברי על זה. פעיתם שום נזאי תקוי פרבלם, רבותיי, את הקדם מושב את הכיבש, כדעת, חול ארנונה תהיה בו לסוד העבודה. תפרדזאי שם כתירה סודה, ודאז יש נהי, שעבוד מדרגשם, יבוא, שו, סנה מיצה, וברד סטול, נמורך גוי, Бади нам не шабот бе, ты делай снова. Самый дебес, это правило, нужно знать. Но сегодня так ничего никто не делал такие вещи. Поэтому мы проходим в синагогу, начинается все, программа по-новому. Миши шахах накадеш блель шаббат, о блель йом тов, уберех алпад берхан амуцим. Бывает, человек приходит в синагоги, сразу руки моет. וג'אי מאיון גילה, אום זל חלב, כזל הם מוציא לחם מן הארץ. שודיות. קודש את העם נזכר שעדיין לא קדש, או נשאו ורוד נפסטייל. או נשאו ורוד נפסטייל, שודיות. יאמר שם ברכת הקידוש על הפת. שודיות. סקזו שבולינום בחדוש תגוי. כשהם עובדים בשעון בעשרה שבועות, בולינום בגוי. А если он не хозяин дома? А? Если он не хозяин дома? Это проблема. Это проблема. Может, на своем хлебе хлеб. Тебе находится у тебя хлеб? Сам себе говорю. Или попроси ему дать тебе хлеб, или булочку тебе. Скажи, на это дело. Окей. А харках юхар, потом кушай. Ло хашив, сей бен барахаму, цели тайма, уже тебе не будет здесь. Стоп, мёни барахокати, מיוני, פיתני, חורדנת בה. אבל אם בירך על הפת קודם שהבדיל מוצאי שבת, לא, יש לו דרוגה יש, או מוצאי שבת מגבישות זניים שלו, יעני מי פרווה כושי פקד יזיל עבדלה.
он тоже пришел в Моцей Шаббат, Авдала не сделал, сразу пошел кушать. Им берег лапат кодыши, сказал, Борхата, Ашем Ахам Моцей Лехем Нарец, в Рискар Шело Евдил, он запомнил, что он Авдала не сказал. Итам мяад, немножко покушай хлеб, ואחר כך יבדיל על יין, פתאום ועזים ולא סקשי. ברוך אתה השם, המבדיל בין חודש לחול, סבר עם ארנם ולפלי הגפן, המבדיל בין חודש לחול, בורא מורא האש, זה סקשי. שהרי אין המבדיל על הפעד, נתקו זקון, שטוב אמן בולי, מה יובה? עבדו לא כולה. ברוך אתה אומר, אומר, רבי חנן יפה שמוסקו. שואל הקדוש ברוך הוא לזכות של ידיך ובין תורתו שנאמר אדוני חפש למען צדקו יגדיל תורה וידיר ידיו וחדש מרבה כל מאוד יברו פירותי ויחיק מכתיר את מה מקנה וכנה שכן וכי יכול ביום יכול